Приветствую, дорогой друг, я Алекс Рай, и сегодня мы посмотрим модификацию, которая позволяет нам заходить в дом Свита, дом Райдера, смотреть, что там делает Биг Смок со своей тачкой, и мы можем с ними даже взаимодействовать. Я нашел этот мод буквально 10 минут назад, ссылку, как обычно, я оставлю в описании, и как обычно, это будет автоустановка. Мод очень хорошо оживит Grove Street, можно посетить наших братков, если можно так выразиться. Что ж, давайте отправимся на Grove. И смотрите, у нас уже дом Свита издалека подсвечивается. А с домом Райдера что? Да, в дом Райдера тоже можно зайти, но давайте сперва навестим Свита. Тачку мы оставим пока рядом с домом Райдера. Заходим. Так. О, блин. Нок. Это будет нам уроком. Первым делом мы усвоили. Нельзя нам заходить в спальню. Вот так. Сюда тоже. В общем, в спальню мы не заходим. Иначе можем провалиться. Тут у нас интересная ванная, хотя что тут интересного? Интересное пятно, хотя это больше похоже на такой засвет от этой ванной. И вот у нас сидит Свит, нам даже коллаж доступен. Привет, бро. Прикольно придумано. Ой, Свит, извини. Ты что это там застрял в диване? Понятно, диван у нас без коллизий, а эта девушка Свита у нас готовит. Да уж, только у нее одно движение повторяется. Но все равно это как-то игру оживит. Главное, запомните, не заходить вот в эту спальню. Иначе провалитесь нафиг. А мы переходим к дому Райдера. Так, хоть бы там куда-нибудь не провалиться. У дома Райдера здесь коллизии у диванов и у кресел уже имеются. Это хорошо. Сюда не попасть. Опа. Понятно, отсюда, значит, можно дальше как-то пройти. Интересно. Правда, тут темно, как в одном месте у кое-кого. Так, сюда не попасть, понятно. О, Райдер, привет. Райдер чем-то тут опять занят. Так вот, понятно, как нам тут выйти-то? А, все, понял. В общем, из дома Райдера мы вышли. И отправляемся к Биг Смоуку. Жаль, в дом Оуджи Лока попасть нельзя. Но это модификация только на трех основных персонажей. Этому моду хочется поставить четверку, поскольку обидно, что коллизии пола нет в спальне у Свита. Это все-таки небольшая недоработка какая-то. О, а там Биг Смок машину чинит. Давайте-ка подойдем к нему. It's where my dogs is at. Yeah, okay, homie. Так, давайте сядем в машину Смока. Кстати, он тут бессмертный. All right, Smoke, let's go. See y'all later.
Реплику эту, конечно, можно было и обрезать, чтобы он всем пока не говорил, так как он только со Смоуком катается. И тачка у нас полностью неуязвимая вместе со Смоуком. То есть можем кататься как захотим только. И эту машину не взорвать, не прострелить вообще нельзя. И это будет очень удобно, если хотите немного с полицейскими погоняться. Сделаем такой небольшой круг. И заедем обратно. Что ж, а это у нас была такая модификация, которая позволяет нам заходить в дома Свита и Райдера и взаимодействовать даже со Смоуком, который у нас здесь бессмертен и его тачка неуязвима. Если вам понравилась модификация, не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик и также не забывайте поставить палец вверх, если модификация вам действительно понравилась. Что ж, а с вами был Алекс Рай. Всем бай-бай, друзья! Thank you.